Так вот выглядит граница морей. То есть тут заканчивается Северное море, а там начинается уже пролив Ла-Манш. Просто вот прямо четко очерченная линия, где одно и где другое. Чудеса. Я никогда не знал, что так бывает. Но вода не смешивается. Вон просто видно, где одна и где вторая идет. Вообще чудеса. Просто чудеса.